Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Мы продолжаем проходить амнезию и издеваться над лягушкой. Ну да, без тока-то дергается, так неинтересно. Нам надо расплавить замок. А чтобы расплавить замок, надо найти какие-то смеси. Может быть, они даже где-то здесь все валяются, нам не надо далеко идти. Но что-то мне подсказывает, что нет. Какие-то завихрюшки. И больше ни хера тут нету. О! Ебать, червячки. Это браслетики? Червячные браслетики. Это модно, наверное. Короче говоря, ищем кислоту, ищем какой-то раствор. Убегаем от свиней и проходим дальше. И там встречаемся уже с детишками, и все у нас будет хорошо. Иди отсюда. Они записочки. Так нечестно. Опа, а вот записочка. Центрифуга. Это какая-то странная форма мешалки для химических веществ, и от нее однозначно пахнет теми же сточными водами, что я встречал раньше. Это какое-то чертово летучее химическое вещество, состоящее из двух сложных компонентов. Я могу поспорить, что найду их где-то поблизости. Можешь поспорить, что, может, денег поднимем, что ты? Если можешь, надо спорить, что это такое? Дай нажму. Не нажимается. А вот отсюда они должны вытекать, наверное, да? Нет? Ай, сука, что-то не хватает. Не хватает колбочки. Колбочку, значит, где-то надо найти. Так, это низкотемпературное хранение. А это загоны. Спасибо. К загоны я не ногой. Пойдем в низкотемпературное хранилище. Там мы всяко найдем что-то низкотемпературное, которое надо держать подальше от огня, иначе оно взорвется. И... Оу! Тихо. Назад, нажми, сука, кнопку назад. Только не говорите мне, что мне придется искать вещество, бегая по кругу от этого свина... этого... как он там? Он ушел, да по-любому просто скример был. Ха-ха, сучонок. А, вот оно. А сюда можно зайти? Нет, меня убьет? Да нет. Дай колбочку-то, алло. Оно идет куда-то туда. Но оно не включается, ладно. Пойдем порыскаем. Во! Отлично! Давай. Вот. Так. Предупреждение. Воспалено. Горит кровь из всех дыр. Спереди и сзади. Стекает по ногам. Кровь и испражнения. Мои легкие в рвоте. На мостовую падают куски моих органов. Вот, выпей, сказал он. И я выпил. Выпил. Из-за перемен они колышутся внутри меня. Стоит чихнуть, как зубы выскакивают изо рта и разбегаются во тьме, словно выше. Я не могу отыскать каждый. Нахожу, сколько смогу. И заталкиваю обратно в серые десны пальцами, до которых крошатся ногти. Вот, выпей, сказал он. Это поможет против лихорадки. Потому что не каждый может выдержать перемены. На другом столе накрыт простыней зверь. Не хотел я смотреть, но он тоже выпил. Спрятал под простыней и выпил. О боже, сколько же дерьма с кровью может выйти из человека перед тем, как он помрет. Какая классная. Это, ну вы поняли. Это куда? Сюда? Хорош. Еще одну. Ну-ка давай мне еще одну. Я не знаю, для чего они нужны, но пусть, короче, чем больше, тем лучше. На еще. Че, все? Как это так? Что-то я не понял. Иди сюда. Чё, не так сюда шел. По-моему, что-то поменялось. Причем существенно так поменялось. Походу сзади кто-то щемит. Тихо, сука! Ой, она там не одна. Я банку потерял. И закрылся. Вот собака, а. Банку мою припер и убежал. Так, а что я тут сделал-то? Это что? Омд. На. И что теперь?
Это упало на его руки и их разъело прямо на моих глазах. Остались одни культи. В следующий раз мы возьмем смесь из живого настоя и клеточной жидкости органа в равных долях. Нет, нет, просто уберите его отсюда. Можете утопить его в реке, мне все равно. А мне что-то не хватает, походу. Надо еще раз идти. Как это так-то, нихера себе? Ну-ка, дай-ка мне еще одну баночку. Иди сюда. Да стой ты, падаль. Залази. Или тебя не надо туда? Ты подожди ты, бутылочка. На. Эть, сука. А, она, наверное, не хочет его убрать, потому что там место занято. Ну точно, ты посмотри. Иди-ка сюда. Ой, что-то я, по-моему, неправильно положил. Ну ладно, давай сюда положим. Не хочет. Ну хорошо, значит, надо другая. Пойдем здесь посмотрим. Нам надо два вещества смешать. По-моему, из инструкции было два. Сейчас оба найдем, смешаем и разъедим замок. Загоны. Это херово, в загонах свиней полно. Свиней. Соблюдать тишину, не бросать, не кантовать. Это мы уже видели. Кантовать я не собираюсь. Бросать тоже не хочу. Пусть открыто будет. Так, а там еще одна дверь была. Она заперта. Точно. Хорошо, когда в игре много запертых дверей. Это значит, путь один единственный, это правильно. А то бы путались, ходили, непонятно куда идти, что там. Нет никого. 20 августа. Сегодня доставили очередную группу имбецилов. Более жалких представителей рода человеческого я еще не видел. Их судьба никого не интересует. Власти Бедламы были просто счастливы уменьшить перенаселение в палатах. Мы измерили черепа и зубы новоприбывших. Мы дали им опий и для успокоения. Они выстроились в линию и ждут, как скот с потухшими карими глазами и грязной кожей. Многие испражняются под себя. В манипулятор они заходят молча. Я слышу шипение газа. Я слышу глухие стоны, когда им удаляют зубы и переставляют кости. Я слышу визг свиней. Мы убрали все зеркала, отражения. Вот что пугает их больше всего после операции. Я прогуливаюсь мимо них, когда они спят. Я шепчу им, что они мои дети. Теперь у меня снова есть дети, чьи несовершенные формы станут силой, которая снова пустит кровь бежать по моим жилам. Какая га... Ой, медведь. Дай сюда. Ха-ха, прикольно. Посиди вот тут вот. Охраняй, короче, бди, чтобы сюда никто не проходил. Если тут появится, кричи. Чтобы я особо не паниковал. Охранник. У меня появился охранник. Вот, положите это в том углу. Что? Вы думаете, я говорю по-прусски? Сэр, разве я выгляжу как Боров-выродок? Какое кому дело, что внутри? Просто положите это аккуратно и оставьте меня одного. Без проблем. То мы медведи охраняли, то теперь медведи нас охраняют. То теперь медведи нас охраняют. Прикольно же. Да хорош! Вы чё от меня заперли-то? Да это как так? Вот у них тут система. Одна открывается, другая закрывается. Классно. Спокойно. Сука! Думаете, я его не вижу? А я ведь его почти не вижу. Куда-то ушел. А я и в темноте ни хера не вижу, если что. Он на двух ногах ходит, смотри. Те ходили на четырех, а те на двух. Иди, иди давай. Я как его обойти-то, я не понял.
Сука, его как-то обойти его надо. Да это нереально так-то. Ладно, попробуем. Они же слепые, наверное. Ха-ха-ха, мудак. Вот и сиди там, ублюдок, понял? А я пошел. Да-да, товарищ, я вас слушаю. Лифт сломался. Придется поискать другой путь в тоннеле. Будь осторожен в этих местах, Мандус. По этим коридорам бродит дух зла. Да тут как бы не только дух, тут целое зло бродит само по себе. Лифт у него сломался. Нормально ты, почини. Починил бы его, сидишь там у себя в коптерке, нихера не делаешь. Один я тут должен все ремонтировать. Нашли ремонтника. Так, а там был еще какой-то проход. Ну-ка, надо прошарить. Может, зря, конечно. Ой, дурак я, дурак. Ха-ха, на ты, дурак. Спокойно. Опа. Применим кнопку хоть раз. Иди, иди отсюда, дух зла. О. Какой, смотри, качок. Где-то, наверное, в качалочку ходит. Он тупой, конечно, ну что поделаешь. Тупой, глухой, слепой. Вот жизнь у него ходит туда-сюда. Скучно ему, наверное, скучно. Ну сколько, ну можно максимум час так побродить, а дальше-то все. Дальше тупим. Так, сюда нам нельзя, понято. Ага. Угу, на. Езжай. Так, уехала, значит, вторая ингредиенточка у нас туда. Осталось на сюда выход найти. Ха-ха, детишки ржут. Где вы, сука, где? О, ты, я тебе сказал сидеть там охранять. Ты что тут ходишь-то? Беспредельщик. А, может, назад той же дорогой надо идти? Там, сука. Воу! Руки бегают. Тихо. 4 августа. Продолжаю опыты с веществом X. Сегодня ввел собаке инъекцию стрихнина. У нее начались ожидаемые конвульсии и спазмы. И немного за полночь животное умерло. Я поместил тело в большой бак вещества X и подвел через индуктор переменный ток на 3,5 минуты. Я смог наблюдать частичное возвращение. Однако повреждения, нанесенные до смерти, остались и после воскрешения. Другими словами, собака вернулась в состояние острого отравления стрихнином и пребывала в нем, пока я не вставил ей пулю в лоб. Всадил. А что, утопление? Полагаю, возможность есть. Не зря же оно известно как мягчайшее из самоубийств. Теоретически, замена воды в легких утопленника на вещество X может оказаться прекрасным методом воскрешения. Вот собака. Так, где тут руки-то? А мне туда можно? Ай, хорош, да? Приколюха. А, у меня пар пропал. Отлично. Я что я делал, что у меня пар-то пропал? Вроде ничего не делал. Ну и ладно. Пропал уже хорошо. Значит, можем спокойно вернуться назад. Главное, чтобы эта падаль на меня не напала, мы более здоровые. Дух-ты-дух. Дух-ты-дух. Опа! А вот и я. И куда это поставить? Ай, подсказочка какая, смотри. Давай. Сейчас, короче, нам замешает растворчику. Главное внутрь не бахнуть, просто донести до замка, а то соблазн-то будет. Вдруг еще оживем. А, смотри, две баночки кладешь, в третью баночку вещество наливается. Понято.
Как-то быстро перемешалось. Иди сюда. Чего там? Неправильное варево. Я достал вещество. Оно шипит и булькает в колбе, как какое-то живое существо. Как варево ведьм, призванное сжечь и разъесть. Колба сделана из стекла. Странный выбор, если нет какой-то особой причины, по которой запрещается хранить это вещество X в металлических сосудах. Я должен изучить это получше, чтобы узнать ответ. Эй! Дурак, не роняй. Это еще бахнет. Наверное, как-то надо это кинуть в замок, оно разобьется и разъест его. Или кому-нибудь в лоб кинуть, он свинье. Чтобы ее разъело тоже заодно. Ты дуришь только. Ты че, сука, делаешь-то? Опа. Че это? Я-то думал, будет экшен, трэш, там сопли, слюни. А он просто его положил, помазал. Ну и ладно. Кого-то сюда тащили. Здесь оставили, потом съели. Куда труп-то пропал? Сюда, вниз, папа! Быстрее, быстрее! Фаста, фаста. По-английски звучит быстрее, быстрее. Паста, паста, поехали. Вот, сука, тут бег, дебил. А тут сено. На метр высоты он все ноги сломал, ты представляешь? Мир дал течь. Бутылка из-под джина была пуста. Спать казалось невозможным. Над горизонтом Лондона он видел лишь храм, утопающий в смоге. То есть под Лондоном, получается, у нас кругом заводы, кругом трубы, свиньи, четырехногие свиньи. Так-то неохота уже в Лондон-то ехать. Вдруг они вылезут на поверхности, беда. Сожрут тебя нахер, прикинь, просто... Что сейчас случилось? Ты же в сено падал, что за звук? Опа. В канализацию. Ну, естественно, почему бы нет? Разве не опасно позволять этим отходам скапливаться так близко к центру? Мы можем использовать напор, чтобы запустить турбины. В этих тоннелях всегда будет течь поток отходов. Мы можем использовать его в дополнение к парогенератору, чтобы обеспечить постоянство. Боже, это вонь! Эти фекалии — настоящий продукт своего времени. Затопленные тоннели. Мой таинственный друг прав. Коллектор действительно затоплен. Чтобы спуститься еще ниже, мне придется поискать местные смывные насосы, чтобы понизить уровень воды. Вонь почти невыносимая, меня воротит. Но зачем диверсант заполнил тоннели водой? Чего он пытался добиться этим? Того, сука, дурень, чтоб ты вниз не попал. Ну что ж, так трудно догадаться, что ли? О! Очевидно, после кровосбора продукт необходимо ошпарить, удалить волосяной покров и выскоблить для потрошения. Для этого продукт подается в паровой резервуар, в котором поддерживается постоянная температура с травливанием пара из двигателей через котел и большие медные трубы в каменную камеру под зданием. В центре машины находится узел, который необходимо держать в низкой температуре. Он управляет всеми действиями по обработке продукта. Кроме того, охлаждение чрезвычайно важно для сохранения качества продукта. По этой причине от определенных узлов машины необходимо отводить тепло. Таким образом, мы решаем две проблемы сразу. Охлаждение одних участков и нагрев других. Проводящие панели вытягивают тепло по принципу конвекции, регулируемый котлом, и проводят мерзлый воздух вдоль труб в одном направлении, а горячий пар в другом. Очень и очень познавательно. Кто решил построить свой завод еще в какой-то там серии, тот может приступать. Целый-целый котел вкусняшки. Прям ныряй и жуй. Да, товарищ мой главный герой? Как тебя зовут? Здорово. Это что, черт из первой амнезии? Только он электрический и ходит по отходам. Нормально, почему нет? Задвижка один. Пойдем задвинем. Не задвинем. Пойдем назад. Сейчас вторую задвижку задвинем. Кто там ходит-то? Эй, дурень! Иди сюда. Ты электрический монстр, ты видал, нет? Странно. Чё там сейчас рявкнуло? Там кто-то есть. А
Отвечаю, там кто-то есть. Там свинья. А зачем я иду к ней? Кто-нибудь знает? Наверное, просто посмотреть, она ли это или нет. Ну нету и нет, жалко что. Я-то думал, она сейчас вырвется, начнет за мной бегать, а я в этих туннелях заблужусь, умру. А оказывается, нет. Ой! Тихо, я туда не полезу, нахер, нахер надо. Точно, точно, нет, 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 спасибо, товарищи, я туда не ногой. Там эта херня плавает. Несколько старых версий вырвались из камер и убежали в канализацию. Они напоминают мне о моих ограничениях. Здесь не Хелм и не Элияху. Во всяком случае, пока. Всему виной тепло, исходящее из дверного прохода. У двери невозможно охлаждать и так же, как и в центре помещения. Более поздние версии надежно заморожены в башнях. Там наверху, где воздух горяч и зловонен, они перегреваются, и двойственность их натуры раздирает и дробит их. Они живут по случаю, жестоко и непредсказуемо перебрасываемые из одного мира в другой и обратно. В один миг они обретают плоть в этом мире, в другой теряют ее. Это сводит их с ума. Я приказал запечатать все подобные зоны и запретил моим верным рабочим заходить в них. Те места отныне прокляты, пристанище неудавшихся опытов, населенные призраками страха и злобы. Хорошо. А где выключается рычаг? Во. Да-да, слушаю. Быстрее, Мандус, выкачай воду, открой путь к водоотливным насосам. Мы тебя ждем. А ты тоже с ними там сидишь, что ли? Ах ты, педофилушка, ты посмотри, он с детьми там с моими торчит. Собака. Так, как мне попасть в первую задвижку? Там же вода кругом. Да я понял, что ты здесь. Я не теряю тебя из виду ни в коем случае. Так, как попасть к первой задвижке-то? Неясненько. А здесь тупик. Да. Что ты будешь делать-то? Как все запутано у них тут. В этих туннелях. О! Этого здесь не было. Опять этот паскуд сюда плывет. Так, а вот это уже опасно, там бегает свинина. Чё-то я запутался. А, она открылась. Вон чё. Тихо, тихо, да хватит меня пугать-то. Так, все правильно, я оттуда, мне вон туда там открылась задвижка, все понятно. Но там бегает свинья. Только что слышал. Или это ты тут бегаешь? Хоть показали, что как выглядит. А может еще и покажут. Опа, привет. Но мы можем их спасти. Мы можем освободить их. Мы можем сменить старый загнивший мир на новый и чистый. Мистер Мандус, вы говорите как настоящий фанатик. А разве я могу говорить иначе, профессор? Как может любой человек с высокой моралью просто стоять и смотреть, как этот мир тонет в собственных экспериментах? А ваш инженер, этот мечтатель, с которым вы вместе встали на этот путь, он разделяет ваши взгляды? Конечно, да, безусловно. Бедный парень уже видел это раньше. И это не первая великая цивилизация, которую ему довелось оплакивать. Поэтому вы быстренько позаботитесь обо всем по возвращению? Именно-именно, такие вещи нельзя оставлять гнить на дереве. И спонсоров удалось найти на удивление быстро. Я говорю вам, профессор, жадность манит богатых людей к вашим дверям, как свиней к трюфелям. Какое сравнение, смотри. Богатеев к дверям, как свиней к трюфелям. Трюфелям. Как... А. Это мостик. А нахер он нужен? Не знаю. Так, отлично. Это... Опять свинина здесь где-то ходит.
Вот, все, теперь она точно ходит здесь. Ну-ка, дай я почитаю. Где ты? Да, сука, дай читану записку-то. И тогда я сказал: смотрите, мои милые, и увидите. И они отвечали: да, любимый отец, да, мы видим. Высокий обветренный пик, крутобокая пирамида наподобие египетских. Сверху осыпаются камни, пышные лоза увивает лепных змеев у лестниц. Осязаемая тишина, бремя забвения. Здесь, на этом месте, восседал царь. А здесь жили жрецы. Вот этот дом был пристанищем мертвых. Вот сюда, куда падают лучи солнца, они бросали непоглощенные сердца. Нет, мои милые, они не были дикарями. Они верили, что небо может пасть им на головы, и что лишь кровавая жертва может это предотвратить. Может быть, мои милые, может быть, они ошибались. А возможно, их трагедия была в том, что им просто не хватило крови, чтобы удержать небо на месте. Иди, сектантские загоны. Открывай. Так, ну теперь, походу, все должно было утечь. А здесь-то что? О! Ага. Мандус после потопа. Ну вот и все. Теперь я снова могу войти в дезактивационную камеру и пройти дальше. Уровень воды спал, освободив путь до самой пробоины, и я смогу отвести эти грязные воды обратно в Темзу, где им и место, и очистить путь до центра машины. Да вы чё, ну дурачки что ли? Ну Темзу засорять, ну это же знаменатель корень, это же в игре там, в смысле... А, тут я ждал, к нему надо спускаться. Да, папа, теперь ты совсем близко. Открывайся. Темзу, говорю, скидывают отходы. Это же знаменитая река. Это же чуть ли не символ Англии там. О, это мы уже видели. Это нам надо сделать вот так. Потом надо сделать вот так. Потом надо сделать вот так. Потом чего? Потом подождать. Потом вот так вот сделать. Ага. А потом вот так. Ах! Уже практически на автомате. Добрый вечер. Это что? Это не работает. Так, что? Ой, как там глубоко. Надо где-то воду слить. Сука, опять эта противная радиостанция заработала. Где? О, ха-ха! Эй! Это... Ох, нихера ж себе. Приятного аппетита. Осиное гнездо. Боже господи, тут целое гнездо этих мерзких тварей. Это не ум, а мои инстинкты затащили меня так далеко. Я уверен, что где-то в этом сыром комплексе найдется способ спуститься еще ниже. Я не буду видеть их лица, когда они идут заниматься своими темными делами. И все же... Все же я наблюдаю за ними, когда они спят, едят и играют. И они так напоминают людей. Они похожи на маленьких детей. И я не буду думать об увиденном, о тех стульях и клетках, и о том, как можно было слепить таких монстров. Ну да, неплохо у них там обед-то вовсю. Красота, они вдвоем там, смотри, я думал там один, а их два. Ха, нормально. А чё, ну, реально, как люди сидят, жрут под музыку, радио играют, бухают там, наверное, заливают эту жидкость, которую мы с вами забодяжили, они её принимают вовнутрь. А это чё, ничего не открывается? Не, серьезно, в первой амнезии гораздо больше можно было открыть, а... Помни, работай совместно, спи один. Братай недопустимо, понял, нет? С мужиками вообще не того. Спи один, короче. Да этот целый какой-то, этот уже. Эй, здорово! О, книжку читает. Ой, подарочки. Чувак, с Новым годом. Не буду отвлекать, ладно. Занимайся своими делами. А эти что, не работают? Да что, там только один сидит? Так, нечестно. Не, не буду закрывать, нахер.
Да чё как... Опа! Эй! А ведь без подарков сидит. Наверное, наказан. Или плохо себя вел. Дед Мороз ничего ему не принес. Мудак. О-хо! Тихо, тихо! Ха-ха, дурак! Иди отсюда, понял? Боишься меня? Иди сюда, слабак! Вот и сиди там, тряпка. Чё будет он тут на меня бежать, черт? Странная система открывания дверей. О, спит. Ну чё, заработался, устал. Чё он там делает, хер его пойми. Это какие-то тюремные камеры, судя по всему. Есть определенно страннейшее открывание двери, которое я видел. Можно просто мышку держать, он будет крутить. Чё, поехали? Свет в конце тоннеля. А это сам тоннель. Ладно, давайте на этом мы на сегодня закончим. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.